Был период в начале, когда я ходил на бокс и на борьбу. И меня с борьбы выгнали один раз из-за поведения, там я подрался с кем-то. Один раз выгнали, я не вернулся. А с бокса меня выгнали 10 раз, наверное. Я возвращался всегда. Я еще когда боксировал, только что перешел во взрослый бокс в России, когда мне было 18 лет, первый раз я выступал, я сразу же стал призером. Я очень хотел выиграть Олимпийские игры. Моя мама очень хочет, чтобы я их выиграла. И чисто даже ради нее я это хотел выиграть. Но так, две Олимпиады я поборолся, как-то неудачно получилось там. Я когда еще маленький был, я был, наверное, 13, наверное, 14 лет, когда мне было, я читал такую маленькую книжечку, была брошюрка «Советы молодому боксеру». И там было написано «Советы молодому боксеру». И там было написано, если твой тренер не авторитет для тебя, если ты не веришь ему, то это уже, то ничего не получится у вас. When it came at first in North America, with his positioning, it's very Russian school of boxing, like shoulder a little bit more straight, chin a little bit more straight, like we drop a little bit his position. He's more grounded than he was before. We can feel it also in a punch. At that time, I had like guys like Jean Pascal in my gym, Eleodor Alvarez. Before his first professional fight, he was able to deal with those guys, and we already feel in the gym that we have something special in your end. Мне всегда нужен прогресс. Я не хочу стоять на месте. А если ты всегда двигаешься дальше и дальше, тебя легко догнать. It's very special because he's able to generate power. He don't need like a big space. He can knock you out. If you remember a knockout like George Foreman with Michael Moore, like boom. Никто не хотел со мной боксировать. Было, да, что меня избегают. Я не знаю почему. That's why I have respect for guys like Callum Johnson who show and say, yes, me, I'm gonna go. Like, I have respect for that. Он хороший боксер, сильный боксер. He's a guy with balls. He put everything in the ring. Like, he's a little bit kamikaze. We know that he's gonna come and try for real, not only for the money. We're very happy, like, somebody say yes at the end of the day. Потому что, когда я мечтал о Олимпийских играх, я вот был как, может быть, мой сын, 8-9 лет мне было, наверное, когда я мечтал. Эта мечта, она, ее нельзя там сравнить с чем-то. Профессионалы перешел я, да, это более как, стало как больше как работа, да. Я думаю, стать чемпионом мира по профессионалам, это тоже очень круто, я считаю. Это. Ну, я думаю, близко будет к Олимпийским играм, если я стану абсолютным чемпионом.